родила царевна в ночь не то сына, не то дочь. Интересно, а как это так? Родила. Ну сколько тебе можно повторять? Каждые 4 года меняется правительство. Поэтому Хиллари Клинтон, конечно же, должна была стать президентом. У меня даже муж был президент. Вадь, я тебя, конечно, понимаю. Но все-таки миром правят деньги. Поэтому Трамп лучше. Чертова либералка. Я тебе говорю, Хиллари. Трамп! Надо было воспитывать самому. А я говорю, Трамп. Ты с кем споришь вообще? Ну кого я воспитал, а? Нет, чтобы за Хиллари голосовать. Они голосовали за Трампа. Бать, я спросить хотел. Чего тебе, сынок? Ты вообще чего не в школе-то, кстати? Ну, у нас сегодня выходной. Я, в общем, только что читал книжку. Ты читал книжку? Да, книжку. И я читал про царевну, которая родила. Ну так и что ты хотела спросить-то? Так вот, я у тебя спросить хотел. Откуда дети берутся? Расскажешь? Черт. Я знал, что этот день наступит. Сын! Ты уроки-то сделал? Но у нас же выходной. Какие тебе выходные? Никаких выходных. Иди учись давай. Ой, лучше б девушку себе нашел, а не свои дурацкие книжки читал. Бать! Так, ты чего сюда опять пришел, сынок? Я не могу уже. Может, все-таки расскажешь мне, откуда дети-то берутся? Уроки сделал? Да сделал я эти уроки! Сделал! Сделал? Молодец! Ты видишь, я работаю. Иди вон у Алисы спроси. Иди, и работай дальше. Алиса, я прочитал книжку, и папа мне вообще ничего не хочет рассказывать. Может, ты расскажешь? Что тебе рассказать? Ты знаешь, откуда дети берутся? Тебе что, рассказать, что ли? Да, ты правда знаешь? Расскажи. Ну, садись, что. Короче, дети берутся из... Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Понятно? Вау, правда? Да нет, конечно, дурачок. Пойди лучше деду спроси. Его же нет дома. Ну так позвони ему. Пошла я сын к Пеп смотреть. Ну ладно, я пойду деду звонить. Алло, дед, здорово. Алло, кто это? Да это внук твой, Егор. Егор, внучок, привет. Ты покушал сегодня хоть? Да. Я у тебя спросить хотел. Куда ты полетел? Да никуда я не полетел, спросить хотел, говорю. Откуда дети берутся? Дети? Да, дети. Да я откуда знаю? Иди что, энциклопедия, что ли? Иди батю спроси своего. Бать! Егор, чебупели готовы. Иду. Чебупели? Сын? Я знал, что ты был здесь. Ты все это время был здесь? Нет, я был на работе. Какой работе? Ты мне врешь! Ну, сына, ну ответишь мне на этот вопрос. Какой вопрос, ну, сына? Откуда берутся дети? Хорошо, сын, я отвечу тебе на этот вопрос. Дело в том, что дети берутся